Накануне нашего праздника профессионального Дня химика всегда хочется желать только хорошего. И я хочу пожелать прежде всего каждому человеку крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи. А семейное благополучие любого из наших работников, я думаю, со многих жителей города Южного, связано с нашей стабильной работой. Поэтому я желаю, чтобы у нас все неурядицы, которые происходят, наконец-то прекратились, и завод мог стабильно работать, давая достаток нашим людям, давая доход нашему государству, обеспечивая аграриями удобрения, отстаивая свои рынки на международной арене. И тогда Украина станет процветающей державой, а город Южный, как и был, так и будет одним из лучших городов нашей великолепной страны Украины. Этот год для нас юбилейный год. В июне месяце будет дата, когда мы отгрузили первый танкер с аммиаком. В декабре месяце мы получили первую тонну аммиака. К этой дате мы готовимся, и я уверен, что в этот период мы будем успешно работать. Я призываю всех верить в свое предприятие. Почему? Потому что мы со своей стороны делаем все, чтобы оно стало стабильным и устойчивым, и гарантировало работу нашим людям с достаточно приличным достатком. Не все, к сожалению, зависит от нас, но поверьте, я уверен, что наступят те времена, когда профессия химика станет так же достойной, как она была все время. Потому что на подготовку специалиста химической отрасли, будь то электрик, электросварщик, оператор, аппаратчик, производство, требуется масса времени. И это достойная работа, которая требует уважения и достойной зарплаты. Еще раз с праздником вас. Всего вам доброго, коллеги.